Всем привет, меня зовут Федор Васильев. В этом видео я хочу вам показать, как молниеносно, то есть очень быстро, мы можем создать лендинг очень красивый, с адаптивным дизайном, то есть подходящий ко всем мобильным устройствам и идущий в ногу со временем. Зачем, спросите вы, быстро создавать лендинг, если это может быть творческим процессом и здесь торопиться не следует? Самое дорогое, что у нас есть, это время. И я давно уже мечтал найти инструмент, который позволит без каких-то заморочек и трудностей очень быстро создавать лендинг. В каких ситуациях это может понадобиться? Например, у вас есть заказ на создание сайта лендинга. И этих заказов у вас несколько. Вам заказчик говорит, что вам нужно сделать по внешнему виду, по вот каркасу, по структуре одинаковые лендинги, то есть по сути с одним фреймворком, то есть с одним шаблоном. Но там разный текст будет, разные картинки на этом лендинге и так далее. И у вас короткие сроки. Например, 10 лендингов вам нужно сделать достаточно быстро. Я не знаю, там за 2 недели, за неделю, может быть за месяц. В каких-то ситуациях, когда у вас есть время и заказов нет, заказ там один, например, то вы можете там не торопиться делать лендинг спокойно. Но бывают случаи, когда это нужно сделать быстро. Я искал такой инструмент и нашел. Сейчас информацию я даю для тех, кто смотрит впервые это видео и не знает, что такое Gridbox, не знает, что такое Joomla. Для тех же, кто знает, что такое Gridbox, что такое Joomla, я вам скажу. Разработчики объявили о стабильной версии Gridbox, и она уже доступна для приобретения. Gridbox 2 вышел в среду, 7 числа, 7 июня 2017 года, то есть буквально несколько дней назад. Меня много уже спрашивают, как получить промокод на покупку Gridbox с 50% скидкой. Обо всей об этой информации вам нужно просто будет досмотреть видео до конца, и в конце этого видео я вам расскажу все подробно, что дальше ждать, как получить промокод, какой будет видеокурс и так далее. И возвращаемся к теме урока, как создать быстро одностраничник. То есть у нас имеется Joomla, движок сайта, последней версии, на сегодняшний момент 3.7.2. У меня имеется последняя версия Gridbox 2.0. Я не буду сейчас все разжевывать по всем мелочам, что здесь имеется. То есть сейчас перед вами вот открыто редактор, чистый лист, белый лист, ничего у нас тут нет. Не буду рассказывать по всем мелочам, потому что это тема большого видеокурса, который как раз таки выйдет в конце лета, в августе, возможно чуть раньше. Об этом я расскажу более детально в конце этого видео. Сейчас лишь я хочу отметить в этом видео, просто вам донести информацию, чтобы вы знали, на что способен Gridbox, то есть компонент для Joomla, и как он полезен, и как здорово за счет него делать потрясающий лендинг-пейдж страницы. А чтобы быстро сделать лендинг-пейдж на Gridbox, во второй части Gridbox появилась уникальная возможность, это блоки страницы. Вот вы видите, слева иконка такая есть. Давайте это, в принципе, рассмотрим, как быстро наметать блок. Причем эти блоки, если мы кликнем по иконке, они разбиты по категориям, они все уже адаптивны под мобильную версию. Если что-то нам понадобится, мы сможем потом отредактировать, потому что у нас здесь есть редактор мобильной, планшетной и телефонной версии. То есть теперь это полноценные редакторы. И, например, начнем сверху. Призыв к действию, да? То есть, как правило, лендинг бывает, идет какая-то красивая картинка, идет текст и какие-то кнопки, да? То есть мы просто отсюда выбираем мышкой, зацепляем, перетаскиваем. И вот я мышку еще не отцепил, не отпустил. У меня сразу показывается такая вот горизонтальная синяя, темно-синяя такая полоска. Эта система нам говорит, куда этот блок будет размещен, если я отпущу мышь. То есть я просто отпускаю мышь, у нас идет подгрузка. Итак, блок разместили, картинка у нас не встала, возможно, на нее есть авторские права, ее очень легко заменить на свою, вы все равно не будете использовать здесь стандартную картинку, вот эту вот по умолчанию, где у нас показаны ноги с клавиатурой. Главное, у нас уже отступы, все задано, то есть это если нужно создать очень быстро, то есть мы выбираем, нам подходит этот блок, например, из присутствующих здесь, то есть видите, они вот верхние темные, это идут как бы в одном дизайне, да, потом идут такие светлые, вот. Как отредактировать это все просто сейчас покажу. Если мы перейдем просто на страницу, на главную, обновим, у нас здесь, в принципе, все то же самое выглядит, только мы не видим здесь редактора, да? Так, давайте сразу для наглядности
На задний фон я быстренько помещу картинку. То есть это делается все достаточно просто. Выбираем фон. Выбрать изображение. Выбираю изображение. Открыть. Идет загрузка изображения. Успешно загружено. Мы его здесь выбираем. Нажимаем на плюсик. У нас изображение поместилось. Здесь можно нажать галочку «Применить». Более детально, опять же, тут много чего можно сделать. Видно, изображение зафиксировано. Как я уже сказал, в полном видеокурсе я буду детально рассматривать все инструменты. И сразу же мы можем даже видеть, что у нас на мобильном устройстве, да, на планшете смотрится все нормально. Обновим сайт. Посмотрим на сайте, у нас ничего не изменилось. Не нужно забывать нажимать на большую кнопку «Сохранить» слева в углу. Давайте еще раз обновимся. И у нас все с вами применилось. У нас единственное, мы не используем меню наверху. У нас есть там такая белая ненужная полоса. Это, в принципе, легко убирается в хедере. Здесь просто нужно выбрать позиционирование. Например, абсолютное. Сохраниться. Обновляемся еще раз. И все. Наш блог прилипает к верхушке сайта. Вот видите, вы уже, возможно, понимаете, что достаточно быстро мы можем создать потрясающую страницу, настроить ее. Нам теперь не нужно искать какие-то шаблоны для Joomla, покупать их. Мы теперь шаблон делаем сами. Причем не обязательно вытягивать отсюда так называемые пейдж-блоки. При желании мы можем строить, конструировать контент здесь по детально. То есть именно делать так, как нам это нужно. И у нас сам блок редактируется, естественно, под нас. Мы просто мышкой выделяем текст и пишем что-то свое. Соответственно, это мы просто поменяли текст. Мы можем зайти в редактирование текста. У нас текст белый, поэтому его здесь в редакторе не видно. Мы также вот этот верхний редактор можем убрать и поставить известный всеми редактором JCE, если это нужно. Пока воспользуемся тем, что мы имеем. Поставим чуть побольше заголовок, чтобы буквы были покрупнее. Здесь уже не страшно размер шрифта, потому что на мобильной версии мы отдельно сможем редактировать размер шрифта, то есть уменьшить его, если у нас слова как-то некрасиво выглядят. Соответственно, дальше у нас имеются здесь на нашем фоне кнопки. Мы также можем найти их и отредактировать. Например, повесить ссылку, убрав решетку на свою. Сейчас я этого делать не буду. Мы видим здесь иконочку. Можем кликнуть по иконке, выбрать какую-то свою иконку на кнопку. Я беру просто произвольную. Кликнув просто по иконке, она у нас меняется здесь. Ну и тут же ниже, видите, мы можем управлять размером данной иконки. Соответственно, дизайн. То есть это размер нашего текста на кнопке. Соответственно, при наведении у нас прозрачное. Изначально фон зеленый. Меняем на свой. Также имеется и рамка зеленая. Вот вы видите, при наведении прозрачная. Прозрачность у нас управляется здесь. Например, будет фиолетовый при наведении. Так. Соответственно, цвет у нас это еще имеется и тень. Можем ее убрать, чтобы тени не было. Или поменять тень здесь, цвет тени. Рамка у кнопки у нас находится на следующей вкладке. Мы можем либо ее убрать. Вот здесь ползунок сдвинув на 0, да? То есть все достаточно элементарно. Соответственно, эта кнопка также меняется, да? Можем выбрать позицию данных кнопок. Сохранимся. Обновимся уже на фронтальной части сайта, да? У нас с вами все получается, все видно. И, соответственно, следующий у нас идет какой-то блок, мы можем выбрать. Ну, уже по структуре нашего сайта, да? Мы определяем из готовых блоков, что нам подойдет, что мы заменим под себя. То есть то же самое, мышкой я просто вытягиваю, двигаю его вниз, чтобы под нашим блоком загорелась горизонтально эта синяя полоска. Потому что наверху мы можем выше этот блок поместить или ниже, как нам угодно. Просто отпускаю мышь. Да, у меня почему-то все равно блок поместился наверх. Я его вот за этот фиолетовый маркерочек просто потяну опять раз вниз, и
Теперь он у нас действительно располагается внизу. Ну и, соответственно, как менять цвета и вообще весь контент, он здесь по аналогии редактируется. У нас с вами тема этого видео — молниеносное создание лендинга. То есть, по сути, у нас два блока уже есть. Останется заменить только на свое. Мы прокручиваем чуть ниже. Давайте посмотрим, что нам следующим будет интересным. Давайте какой-нибудь попробуем поставить светлый блок. Ставим его ниже. Также вы видите, везде у нас появляются маркировочки редактирования. Можем посмотреть на телефоне с самого верха. У нас все адаптивно. Все смотрится нормально. И, конечно же, можем выбрать что-то еще. Например, вот этот блок мне интересен. Так, вот он у меня поместился вниз, наконец-таки. У нас в Gridbox 2 теперь есть параллакс эффект, вы это видите. Также здесь это все настраивается, управляется. Можно отключить параллакс, добавить свои элементы на параллакс. И это все будет в полном видеокурсе. Давайте сохранимся, обновимся. Обновили страницу. Давайте прокрутим, посмотрим. Вот вы помните, мы вставляли светлый блок. И потом вот такой интересный блок с видеофайлом. Изначально, скорее всего, здесь стоит у нас какая-то гифка. Потому что по клику по play у нас разворачивается видео, играющее с YouTube. Также делается на весь экран. Симпатичная кнопка закрыть. Дальше давайте разместим наша команда. Блок. Просто вытяну его ниже. Все, блок у нас разместился. Также здесь все абсолютно так же редактируется. И, в принципе, подвал. Вот вы видите, да? У нас достаточно быстро все делается. Не знаю, подвал можно оформить либо самому, либо, не знаю, просто для примера вытяну вот этот блок. Также вот вы видите, картинка не вставляется, да? Здесь, скорее всего, связано это все с правами. Да, у нас это не получается не футер, то есть не подвал. У нас футер вот отдельно внизу колонка. Она оформляется, скорее всего, отдельно. То есть вы здесь просто можете также задать цвет. Обычно футер у нас темного цвета. Ну и так далее, да. Тут уже будет все понятно. В полном видеокурсе я детально все пройдусь. Сейчас вы видео видели только малую часть, что можно сделать, да. Но вы уже должны понимать, как все здесь гибко и просто настраивается. Теперь информация, как, что, когда и где. Видеокурс будет называться «Landing Page на лету». Видеокурс будет разбит на две части, Light и Pro. Видеокурс, конечно же, будет платный. Версия Light будет стоить всего 1000 рублей. Pro-версия будет стоить около 4000 рублей. И что будет входить? Во-первых, сам Gridbox вам придется купить у самих разработчиков, потому что это платный продукт. Бесплатно вы его найти не сможете. И вы сможете скачать, в принципе, бесплатную версию Gridbox 2.0 с ограниченным функционалом, чтобы протестировать самому и решить для себя, нужен он вам или нет. Под этим видео перейдите, пожалуйста, по ссылочке на мою статью. Здесь я показываю, рассказываю вкратце небольшую информацию. Все ссылки здесь присутствуют на бесплатную версию Gridbox 2, то есть с ограниченным функционалом, какие цены. Почитайте, ознакомитесь. И внизу я предлагаю вам записаться заранее на приобретение курса плюс 50% скидку на Gridbox. Теперь купон на скидку, 50% скидку на покупку компонента Gridbox будет доступна только моим клиентам. Сам промокод будет находиться в папке с курсом. И что вам даст преимущество, если вы запишетесь сейчас заранее до старта, до релиза моего курса? То есть курс планируется выпустить в августе, в конце лета этого года, 2017 года. Здесь я разместил две формочки. Я хочу получить landing page на лету Light и Pro. И бонусы. То есть про бонусы сейчас я вам расскажу.
То есть здесь что нужно сделать? Если вы выбрали курс Light, вы выбираете, кликаете по кнопке Light, здесь просто вам нужно оставить свой рабочий электронный ящик и нажать «Записаться». И все. Вы в системе у меня отобразитесь. То есть никаких предварительных взносов делать не нужно. Просто если вы запишетесь, оставите свой email, я это увижу, до старта курса, то когда курс будет запущен, вы получите бонусы. При покупке Light курса за 1000 рублей вы получите сам курс, видеокурс, посвященный полностью гридбоксу, да, 2, и получите очень качественный плагин последней версии Ultimate Shortcode. А если вы не знаете, что это такое, здесь сразу есть ссылка демо на демонстрацию, что он умеет. Посмотрите, сразу поймете, насколько он крут, и этот плагин, он вам очень сильно поможет улучшить, расширить функционал вашего лендинга, если вдруг вам не хватит возможности gridbox. То есть вы получите здесь только плагин. Как работает плагин хотя бы вот в живом примере, например, нижние вот эти блоки анимированные, вот эти кнопки, это все оформлено благодаря плагину. Потом, возможно, вы видели, у меня на странице шаблонов есть кнопки, они тоже оформлены за счет этого плагина. И много чего он умеет. Например, вот эти блоки даже. Вот это вот предложение вместе с оформлением таким желтым с пунктирной рамкой. Это все тоже оформлено плагином Ultimate Shortcode. Данный плагин коммерческий. И, соответственно, последнюю версию я дарю в подарок. А если вы захотите приобрести Pro версию видеокурса, то здесь помимо плагина Ultimate Shortcode в подарок, вы получаете еще 10% скидку на видеокурс. Также промокод 50% будет не только на Gridbox, будет 50% скидка, второй промокод на галерею от этих же разработчиков и третий промокод 50% на форму. То есть форма, когда человек может на сайте оставить свой email, нажать там на кнопку «Отправить», и этот email отправляется к вам на почтовый ящик. Помимо самого плагина Ultimate Shortcode, также будет доступна серия видеоуроков, именно как работать с этим плагином Ultimate Shortcode и как это совместить с Gridbox 2. И теперь более подробно о том, что вы получите, именно приобретя тот или иной курс, Light или Pro. При покупке Light курса вы приобретаете сам видеокурс полностью от А до Я для новичков в подробных видеоуроках о Gridbox 2. Вы получаете промокод только на Gridbox 2 50% скидкой, то есть вы сможете приобрести компонент на год Pro версию и получаете плагин последнюю версию Ultimate Shortcode, но без видеоуроков по этому плагину. Соответственно, техподдержка по самому компоненту Gridbox 2, так как вы будете являться клиентом этого компонента, у вас будет форум поддержки, где разработчики вам помогут справиться с какой-то задачей, с которой, например, у вас не получилось справиться, если вам вдруг не хватило моих видеоуроков. Что получите вы, приобретя дорогостоящий курс в версии Pro? Вы получите также полный видеокурс по Gridbox. Вы также получите промокод на галерею, на супергалерею от этих же разработчиков. То есть промокоды будут разные, их будет 3 штуки: на Gridbox, на галерею и на формы. Соответственно, в Pro-версии моего курса будет модуль, серия уроков именно про галерею, как интегрировать эту галерею с Gridbox. Это очень мощная галерея, уж поверьте. Она тоже обновлена, у нее обновился дизайн. И это все будет включено в один единый курс Landing Page на лету Pro. Вы получите плагин Ultimate Shortcode плюс видеоуроки по данному плагину, как с ним работать и как внедрить его в Gridbox. Если вы успеете оставить заявку, вы получите 10% скидку на этот видеокурс. Далее вы получите модуль видеоуроков по защите сайта от хакерских атак. То есть как защитить ваш лендинг, ваш сайт максимально от хакерских атак. И, соответственно, на сайте нужно сделать на этой странице вам простое действие. Просто кликнуть на кнопку, у вас всплывет окно, ввести свой обязательно рабочий ящик, потому что я вам с вами свяжусь, когда видеокурс будет готов, и нажать на кнопку «Записаться». Все, ничего делать больше не нужно. Ваш email у меня отобразится в системе. Если вы перейдете на сайт разработчика, да, здесь вы можете для начала скачать free-версию. Здесь сразу показаны все ограничения. Внизу кнопка «Download». Помните, что пейдж-блоки, молниеносное создание лендинга, будет доступно только вот здесь вот в Pro-версии, которая стоит $59 без скидки. Соответственно, Light-версия, здесь тоже показано, какие есть ограничения, да,
стоит $36. То есть это все без скидки. И 50% скидку вам не даст никто, кроме меня. Даже если вы напишете самим разработчикам, они вам не дадут 50% скидку. Только у меня и только с видеокурсом вы сможете получить такую мощную скидку. И, соответственно, здесь понятно написано, что идет у вас покупка на год. После завершения года вы сможете продлить подписку, чтобы получать обновление, расширение компонента Gridbox. И при этом использовать тот же промокод. То есть вы продлитесь потом еще на год, также с 50% скидкой. Меня часто спрашивают, а что будет, если я не продлю подписку, мой сайт перестанет работать? Конечно же нет. У вас все останется на местах. Он полностью будет ваш, этот Gridbox, и ваш сайт никуда не денется. Но разработчики постоянно что-то обновляют. Возможно, могут выпустить какие-то плагины, которые закроют дыры, через которые могут хакеры проникнуть, понимаете? Это меньшее то, что они могут сделать. А еще выходит полезный функционал, всевозможные плагины и так далее, новые шаблоны. То есть вы просто не сможете качать дополнительно новый функционал, когда у вас закончится подписка, так сказать. Вот и все. То есть вы можете один раз купить, целый год пользоваться, а потом уже для себя решите через год, стоит вам продлять или нет. Промокод будет работать и далее. Соответственно, те, кто приобрели первую версию Gridbox, с тем старым промокодом, тот старый промокод уже не работает и работать не будет. И, соответственно, тот старый Gridbox, его тоже больше не существует. То есть он устарел, он уже не актуален. Итак, вроде бы все рассказал. Если что-то забыл, напишу в комментарии под этим видео. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, то вы можете их задать в комментарии под этим видео. Либо, если вам удобно, на этой странице. Внизу есть форма комментариев, задайте свой вопрос. Поторопитесь, у вас времени еще много, лето только началось, сегодня 10 число, до августа еще много времени, но помните, что возможно курс может выйти и раньше, все зависит от занятости, насколько быстро я смогу его создать, возможно и в июле, поэтому здесь в принципе от вас ничего не требуется, просто оставьте email. В конце концов, когда будет релиз данного видеокурса, вы всегда сможете отказаться. Я лишь вам сообщу, что данный курс выходит. Вы можете отказаться, его не приобретать, ну, соответственно, не получите никаких бонусов. То есть эти бонусы, они будут доступны только в предварительном заказе до старта, до релиза видеокурса Landing Page на лету. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Федор Васильев. И до скорых встреч. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.